Представляем аппарат для разрезания булок, для гамбургеров, хот-догов на равные части. Аппарат имеет очень большую производительность. Он рассчитан на большие потоки, на производство. Аппарат разрезает булку на равные части, регулируется по высоте среза, по глубине среза, может полностью разрезать булку на две части, может делать надрез. То есть все очень регулируется, он очень просто, всего-навсего два регулятора. Имеет загрузочный бункер размером 12,5 см, высотой 8 см. В принципе, бункер сделан для загрузки круглой булки размером до 120 мм в диаметре. Можно расширить загрузочный бункер, точно так же выход. И можно засовывать более длинные изделия, такие как для хот-дога, чиабатта и прочее. Подключается он на 380 вольт. Имеет совсем небольшое потребление. Кстати, демонстрация происходит на свежем хлебе. Аппарат не разрывает, делает очень четкий, красивый срез. Такой вот аппарат.